Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте поиграем просто в топовую игру, которая называется Kingdom Rush. Это вообще самый самолет, я вам говорю, игра вообще классная. Это Tower Defense, он перекочевал, значит, с мобильной платформы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Вот, что тут у нас дальше? Вот, смотрите, у нас появилась карта. По этой карте мы, по всей видимости, будем путешествовать и проходить этапы игры. Вот. Так, это у нас достижения, какие мы, значит, заработали. Это энциклопедия всех мерзавцев. Вот, это улучшалочки. Это интересно, интересно. Здесь, значит, у нас и апгрейдик есть, это хорошо. Так, это башенки у нас какие существуют, наверное. Ну, я смотрю, здесь разные башенки есть, ага. Но игра, конечно, по сравнению, скажем так, с своим мобильным коллегой, она, конечно, получше. То есть она такая поразнообразнее и так далее. Но и тем более играешь вот на большом экране, ну, это прикольно, согласитесь. Так, что тут у нас? Так, ну давайте нашего персонажа, скажем так, ГГ, главного героя, поставим вот сюда. Так, ну и так, у нас 250 монет. Давайте построим вот здесь башенку. И, наверное, не здесь. Ну хотя, ладно, давайте здесь построим. Вот, ну все, давайте начнем адский расколбас. Так, это у нас, значит, какие-то ворота. Вот, ну и посмотрим, что и как. Так, ну давайте все-таки здесь еще построим лучников. Так, ну вы знаете, честно говоря, я вот не помню. А это что такое? Это какой-то секретик, что ли, или что это такое? Опа-на, прикол вообще. Далеко за туманные горы. Ну ладно, хорошо, бог с ним. Это какой-то секретик был, по всей видимости. А вот мы его почти раскрыли, этот секретик. Ага, ну вот все, начинается такая жесткая месилова. Так, ну давайте дальше. Так, ну по всей вероятности их сейчас будет еще больше. Вот, еще больше. Ну давайте поставим вот этих копейщиков сюда, гоблинов, пускай они, короче, стреляют. Да, да, пускай стреляют, пускай помогают. Вот, в этой игре я смотрю, мы, значит, играем за противоположную сторону. То есть мы играем за монстров. Вот, это, конечно, довольно-таки забавно. Вот, потому что на мобильной версии мы играли за людей. Мы, короче, защищались. А здесь, ну, или фиг его знает, или, может, я ошибаюсь, конечно. Так, ну, давайте немножко эту толпу тормознем. Так, здесь копейщиков поставим, так. Ну, по ходу дела, нам надо уже башенки ставить и побольше, потому что тут уже жесткое месилово начинается. Так, ну и чё, где башенки наши? Ага, так, все, строим еще одну башенку. Так. Так, сейчас вот эти демоны. А, ну, демоны, короче, не успели. Но ничего страшного. Так, попозже у нас, конечно, будет апгрейд. Попозже мы это все хозяйство апгрейдим. То, слушайте, смотрите, они прорываются. Так, так, давайте этих товарищей сюда поставим, чтобы они остановили этих мерзавцев. Да, конечно, да. Тут вот, вы знаете, с самого второго уровня уже начинается жескач. Да, так, это что такое? Новый враг. Страж с молотом. Интересно, так, это что такое? Враги в доспехах. Ну, понятно, ясно. Это, короче. Так, это подсказки. Ага, ну, ясно. С этим понятно. Это что? Борец гномов. Ну, хорошо, ладно. Так, все понятно с этим. Так, ну давайте. А, у нас ни хера нету ничего. Ну вот, так, давайте копейщиков сюда. Пускай они... Слушайте, а гномы, я так понимаю, сильные. Слушайте, мы так продуем, вот честное слово. Да, тут, смотрите, тут замес уже начинается конкретный. Так, тут башенки надо строить. Потому что это ужас какой-то. Так, ну, вроде выдержали. Но, слушайте, ну вот тут гномов, конечно, побольше уже. Уже их побольше. И они, конечно, гномы, они в доспехах. Вот эти гномы все, блин. А мы ж можем продуть, это ж вообще кошмар, мы сейчас продуем. Это ужас какой-то. Так,
А, черт, давайте. И этого товарища сюда отправим. Так, чтобы он тут немножечко разнос устроил этим нехорошим людям. Ага, и копейщики, копейщиков. Ага, все, отлично. Слушайте, ну тяжело, я вам скажу, тяжело, тяжело, да. Они, короче, вот валят и валят, а мы не успеваем, просто вот тупо не успеваем. Потому что, ну, это полный пипец. Но ничего, мы их победим. Так, ну давайте, здесь еще немножко этих тормознем. Блин, да что ж такое-то, а? Вы посмотрите, мы просто продуваем и жестко продуваем. Блин, офигеть можно. Да, да, мы продули. Почти продули. Так, но мы не будем сдаваться, мы будем до последнего сражаться. Так, так, ну давайте, давайте, давайте. Вот здесь вот можно, смотрите, почти уже сейчас гномиков можно еще. Блин, а там еще волна валит. Офигеть можно. Так, слушайте, ну жесткач, да? Я вот смотрю, вообще, тут, конечно, все по-взрослому. По-взрослому и жестко очень. Так, апгрейд нельзя сделать? Не, нельзя. Так, давайте башни еще поставим. Так, это что такое? Всадник на ракете? Ну, хорошо, ладно. Давайте. Так, ну давайте пока не будем. На последний момент оставим это все безобразие. Ага, так, слушайте. Блин, ну... А, это типа бомбардир какой-то, что ли? Так, ну давайте, давайте. Ну, их, конечно, много. Много, уже целая толпа прет. И чувствую, блин, это все тяжелее и тяжелее. Ой, ёпаный свет! Нифига себе, вот это жесть! Офигеть можно! Слушайте, мы так их в жизни не победим. Да, блин, бой будет жарким, очень жарким. Ну, ну, мы будем стараться, я вам обещаю. Мы, короче... Выложимся по полной. Ну, если, конечно, получится. Может, не получится. Я вам говорю... Так, ладненько, хорошо. Так, возьми себя в руки, говно. Так, ага, все. Слушайте, это вообще, это была жесть какая-то. Это ужас какой-то. Ну вот, но мы все-таки, мы победили. И заработали 3 звезды. Это классно. Так, ну давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Так. Нажмите, чтобы продолжить. Ну, я так понимаю, мы, короче, получили какой-то апгрейд. Апгрейд — это хорошо. Апгрейд, я вам скажу честно, это всегда хорошо. Так, ну давайте посмотрим, куда мы сейчас пойдем. Так, здесь, значит, ворота у нас. Ага. Коридоры старого города. Ну, давайте. А, так, а это что такое? Так, ну, это что такое? Выберите уровень сложности. А, вот видите, я, короче, играл на ветеране, поэтому их так много было, и мы все-таки продержались. Ну, давайте на средний уровень, на средний поставим, и, ну, будем на среднем сражаться. О, боже мой, это ужас какой-то. Так, ну, это какие-то катакомбы, катакомбы. Так, давайте вот здесь поставим башенку, вот здесь. Я так понимаю... эти враги будут отсюда идти, пока отсюда, но впоследствии они и отсюда пойдут. Да, это интересно, интересно. Так, ну хорошо, давайте, давайте, знаете что, давайте вот ракету сюда поставим, чувака вот это с ракетой, ну вот этого камикадзе, ну и посмотрим, давайте, посмотрим, что будет. Вот, ну, я так понимаю, мы заходим в старый город, вот, ага, а тут чуваки, короче, меняются, да, ну, интересно, конечно, интересно, оригинально это все сделано, так, ну, давайте вот сюда поставим нашего орка, вот так, ага, так, апгрейд башен можно делать, да, уже начался апгрейд башен, это хорошо, так, ну, что тут у нас, давайте копейщиков поставим сюда, Так, ну это мы пока оставим, мы пока справляемся с этой херней со всей. Так, ага. Но, по ходу дела, уже нет. Так, давайте. Все. Замечательно. Всего заработали 45 монет. Ну, это херово, конечно. Так, 47 монет. Так, ну слушайте, ну здесь будет жарко. Я вам скажу, да, будет жарко, потому что тут башен у нас нету, но мы немножко жахнем сейчас таким адским пламенем, вот. Оно, честно говоря, плохо, что это адское пламя, оно долго заряжается, вот, мы можем просто не успеть. Так, ну давайте копейщиков поставим, так, отлично, и начнем пуляться, ага, все, давайте. Пуляемся потихонечку, а вот, смотрите, видите, копейщики нас немножечко спасают. Так.
Что тут у нас? Ну, давайте, блин, я построил бы... А, да, можно, смотрите, уже ставить лучников. Так, ну, я смотрю, их много-много. Давайте вот этих демонов зафигачим сюда. Так, ну, пока бой идет у нас более или менее. Ну, как сказать более или менее? Ну, их много-много-много этих товарищей. Вот. Ах ты, посмотрите, они прорываются. Да, а как вы хотели? Они будут прорываться? А, черт, блин, они прорываются, эти ублюдки. Да что ж такое-то, блин, а? Ну, слушайте, ну, это тяжело, конечно. Так... давайте, блин, они теперь со всех сторон, это ужас какой-то. Ладненько, хорошо. Так, давайте этих товарищей сюда, сюда, ага. Так, нам бы, конечно, поставить вот здесь вот башенку еще одну. Да, потому что без башенки, ну, как-то не айс, а вообще не айс. Так, блин, ну вообще, это просто ужас как. Ах ты, черт, блин. Ёпаный свет, они прорываются. Блин, мы сдохнем вообще, проиграем этот уровень. Да что ж такое-то? В прошлый раз было то же самое. Так, ладненько, ладненько. Так, все, кидаем это все. Ага. Ну, почти отбились. А тут чуть-чуть их осталось. Блять, какие-то пауки идут. Да что такое-то? Ё-моё. Ну, они, конечно, слабенькие, но все равно. Блин. Короче, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.